нашего праздника. Большая, дружная, многонациональная семья собралась в этом зале, чтобы вместе отметить День народного единства. Всей души вас поздравляю с праздником народного единства, праздником согласия, примирения. И не случайно сегодня фестиваль национальных культур Содружества вновь проходит на Нерехтской земле. Мы за то, чтобы Россия была единой. Нерехтская земля за то, чтобы мы жили в мире и согласии. И не случайно наш фестиваль сегодня проходит под таким девизом, как «Отечество и дети и любовь». Это значит, что нам надо любить свое отечество, надо воспитывать своих детей, чтобы они помнили о своих предках, перенимали традиции всех народов и, самое главное, любили друг друга. Я от всей души еще раз всех вас поздравляю с нашим великим праздником. И фестиваль национальных культур Содружества объявляю открытым. Столько лиц обращенных к тебе.
Thank you.
You'll be.